Друзья, всем привет! Доброе утро! Доброе весеннее утро всем! Теплички пошла открыть. Тепленько сегодня. Редисочка взошла рядочком. Я вот так вот ее сеяла, видите? И вот она взошла. И здесь я три полосочки вот так делала, вот так и вот так. Вот она только полезла. Мелконькая. Ну, за месяц вырастет, пока помидорки сюда придут. У меня еще здесь, как говорится, не убрана теплица, бардак. Еще я вот эти вот розы прикапывала на зиму. Думаю, дадут, не дадут. Эти-то почернели. Сразу видно, что ничего не дали. У меня с розами вообще дружбы нету никакой. Ничего не получается. Все чернеют, все сразу же погибают. Тепленько, хорошо. Так, сколько градусов у нас солнце тут напекло? 25. Пока с утра одна будет створочка открыта, а попозже к обеду вторую открою. Сейчас нагреется, чтобы земля погрелась у меня. И вторую открою сейчас. А в этой теплице у меня салатик зашел. Это-то вот у меня сидираты сидят. Салатик. Видите, я его прям так сеяла. Тоже по дорожке. И он весь зашел. Это уже вырастет. Его употребим. И перекопаем все сидираты. Потому что они вон там по борту не копанные. Просто стоят, потому что когда теплицу устанавливали, не стали туда землю ворошить. Чистенькая теплица, так приятно, когда она чистенькая. Пойдемте полюбуемся морозником и пчелками, красотками. Я здесь все успела прополоть до дождя. Сегодня ночью поливал дождь. И все мокро. Сюда уже не зайти. Ой, вот они. Работают. Пчелки уже работают. И там, и тут. Я как открыла цветочки. Листья обрезала. И сразу же они увидели, что здесь цветочки прилетают каждый день. Такая красота. И здесь вот гиацинты. Гиацинты у меня. Вот такие вот, видите, уже носики полезли. Ой, воюет. Курочки мои, красоточки, доброе утро. Доброе утро. Видите, я с чем пришла? Я пришла. О, курочка так кукукает. Сейчас покажу вам, что я тут надумала. Надумала я тут покрасить. Принесла вот ведро краски. У меня осталось от пристройки немножко, там пол ведра. И мне нужно здесь побелить, потому что все в пыли. Все, паутину собрала веником. Нужно пробелить там внутри тоже, конечно. Там петушки сидели, все стенки поугадили. Ну и подготовить. Конечно, цыплята не скоро вырастут, но тем не менее, чтобы здесь все просохло и было хорошо и красиво. Курочка тут у меня еще сидит, солому я туда выложила. Ну, это та, которая крылышко, я вам ее не показываю. Вот она, видите, у меня здесь на солнышке уже. Пока ее туда вынесла, чтобы она подышала. А здесь у меня, конечно, полов нету, земля. Ну, это мне пока не страшно. Самое главное, чтобы стены были чистые. Чтоб никто не завелся. В общем, сейчас побелю, потом вам покажу, как это все дело у меня будет выглядеть. Тут все надо подбелить. Дверь еще планировала покрасить. В общем, буду заниматься делами.
Я крашу курятник, приготавливаю для курочек, для цыплят. Ну все, у меня курятник готов. Все побелило. Подшаманило более-менее. Сохнет. Ну, полы пока в салоне у нас. Вот так будут. Там тоже все пробелило. Курочек, этих петушков. Сидели-то там, они у меня поразорвали все. Всю бумагу с гипсокартона оторвали. Между перегородку, между двумя отделениями начали клевать. Ну, не все склевали. В общем, вот так вот. Это у них лампа горела зимой, теплая. Сейчас уже на лето, конечно, не надо ее. Вот. Так что будет открытая стоять, будет сохнуть. Еще хотим шашку прожечь. Потому что под деревом могут быть всякие букашки. Начинать жить. Шашку найду, не могу найти. Купили, но куда-то припрятала. И все, капец. В общем, вот так. Друзья, это уже следующий день. Я здесь дополола вот эти вот 5 рядков клубники. Целая тачка травки курочкам мокрица, которую они очень любят. Он жирный такой, сочный. Вот у меня мокрец еще стоит, полоть надо. В общем, клубничка местами хорошо вышла из зимы, а местами прям несколько штучек. Видите, вот раз, два, там вот три, четыре, пять, да, штучек. В общем, в некоторых рядах прям все 10 выжили, в некоторых рядах по 5. Здесь хорошо, вот там, вот эти вот хорошо, эти. Ну, вот эти открытые были, тоже все выжили. Эту клубничку я еще не полола. Буду полоть. Но сегодня опять дождь стоит на час дня. А время пока утро, я успела прополоть те рядки клубники. Мы вчера открыли инжир. Вот видите, сейчас я подойду тут через землю. Инжир с зелеными почками, как никогда, очень странно, но он вышел первый раз у нас. Обычно у нас не закрывали же мы его, и он у нас, мы его под низ отрезали и новые эти давали веточки. А нынче, так как мы закрывали, он, скорее всего, весь живой. Но это еще не факт. Но мягкий. Раньше так нагнешь, сразу раз, трескается. Этот тоже живой, зелененький. Прям вот видите, почечки у него. И тот инжир, который мы укрывали. Сейчас покажу. Вот этот вот инжир, который мы укрывали прямо и укутывали, и шифером укрывали, у него вообще зеленое все. Может быть, мы нынче будем с инжиром. Верхушки кое-какие нужно прямо так вот обрезать. А эти прямо они зелененькие. Вот, то есть инжир любит тепло. Это мы уже поняли. Сделали новую компостную яму на это лето. Так прикрыли там вот, чтобы низ не мог у них. Хотя у него там висит какая-то штучка. В общем, будем сыпать в новую кучу траву. А то я уже начала полоть и начала сыпать в старую кучу. А там внизу-то уже перегнившая земля, а это сверху. Ну, за лето перегниет, сейчас нам этого не нужно. Вот, вот этот инжир тоже вроде бы как... Не знаю, как он себя чувствует, но посмотрим. Посмотрим, откуда почки пойдут, и до них я потом отрежу. И пусть они в бока идут. В общем, радует, пока радует. Это, конечно, может быть, не знаю, как хурма вышла, вот эта вот молоденькая из зимы.
В прошлом году-то вот это вот засохло. И непонятно, что здесь выросло, и там тоже. В общем, с хурмой пока засада. Так, еще я что хотела показать вам. Крыжовник начал. Смотрите, все, листики пошли. Зелень у крыжовника. Это сегодня у нас 12 марта, не соврать бы вам. Потому что я особо за числами не слежу. Здесь вот тоже все в тюльпанах. Все требует уборки, чистки. Ну, они здесь были, эти тюльпаны. И я еще не обрабатывала деревья. Потому что каждый день, не ночью, так днем дождик стоит. Вот в том году я уже рассказывала, что я обрабатывала почки. Видите, как налились. Обязательно буду обрабатывать. И зацвел у нас, я так понимаю, кизил. Кизил цветет. Вот он. Он мелкий пока, желтенький. Вроде бы много их. Ну как они? Никогда еще мы ягодки не пробовали с них. Вот. Кустики вот такие у него. Растут они молоденькие. Тот инжир тоже весь хорошо вышел из зимы. Вроде бы живые веточки. Здесь везде крыжовник зеленый. Везде. Вот такие, друзья, у нас дела нынче на огороде. В общем, поработала. Еще с утра. Солнышко вроде бы и есть, но хоть бы не было дождя. Не хочется. Не хочется дождя. Вот это тоже колоновидный абрикос набирает цветочки. Он совсем молоденький. Второй год ему, так что цветочки надо будет убирать. Чеснок с луком. Также пока по-прежнему, но подрастают уже, видите, подрастают. Надо рыхлить все, но не все сразу. В ближайшие дни все это сделаю, конечно. Здесь тоже у меня клубника. А где розеточки? Мы здесь меняли это теплицы, так вот засыпали их, видите. Но они здесь были живые точно. Хоть и травы здесь море. Но они здесь были живые. А вот это у меня три ряда морковки. Открыла ее. Зайдет, не зайдет. Но я еще хочу посеять вот здесь вот рядочек сделать. Еще где-нибудь вот здесь парочку рядков сделать морковки. Вот. Здесь у меня лук был такими семенами маленькими, кругленькими посажен. Вот он. Как будто бы даже живой. Видите, сколько тут стекла и камней. Буду когда рыхлить, собираю. Сегодня клубнику собирала и целое ведерко камней и гвоздей. Один камень, один гвоздь, один камень, один гвоздь. Вот это вот все камни и гвозди, друзья. Вот. Все это отсюда из клубники вырвало. Это все под малиной было. Так что вот так. Ну все, друзья, всем пока-пока. Я вон, видите, настирала, как говорится, пеленки цыплячьи с прошлого года. Они, конечно, чистые были, но я их все равно простирала и повесила, чтобы они не были у них ничего там, никаких микробов. Скоро уже цыплята будут. 19 числа. Осталось совсем мало, недельку. И будем принимать с вами роды. Так вот. Цыпляточек маленьких. Ну, половинка, наверное, будет из всех яиц, потому что даже 6 неоплода, а там все равно кто-то замер, кто-то еще что-то. Что-то где-то не бывает все прямо 100%. У нас тем более такие петухи непонятные. То им то не это, то друг друга они шпиняют. В общем, вот так. Вот это у меня смородина, которую Света мне присылала. Не знаю, почки есть, нету. Пока еще никаких даже намеков на то, что она живая, нету. Но я ее разрыхлю, вытащу, разбороню, посмотрим, что там, как там. Ну все, короче. Всем пока-пока.